Ребята, ребята, всем-всем привет, это новое видео, непопонятные игрушки из Плеймакерта. Я знаю, она очень давно выходила. И я не знаю, что как тут. Я не знаю, я помню, я в нее когда-то один раз играл, до 20 уровня зашел и все, больше не играл. Вот. А сейчас я продолжу играть. Попробую дальше, чем 20 уровень зайти. Опа. Опачки. Что это первый уровень? А тут их, я не знаю, 10? Что за фигня? Так. Да куда? Давай. Фух, все. Ребенок пусть тут остается. Бой. Сейчас погоди, давайте его скинем. Его нельзя скинуть. Вот ты переворачивайся. Тихо, не туда. На одном колесе он умеет ездить. Интересно, смотри, сейчас. Во, умеет, смотрите, видите? Акробат. Блин. Все, застрял. Сейчас заново проходить. Давай падай, ты чё со мной едешь? Так, ребенка мы там оставим и поехали. Ой, блин, поехали теперь туда. Норм. Блин, опять, блин, заново проходить. Уже 3 минуты не могу первый уровень пройти. Да там же он тяжелый, блин. А типа это тормоз? Так, все по-брызгу? Все по-брызгу? Кому? Я пытался прилететь. Жаль. Погнали на одном колесе. Теперь нам просто по Майнкрафту на колесе нам. Блин, он на одном колесе не умеет ездить. Просто половину, кто ездит на велосипеде, умеют. Я, например, тоже умею на колесе ездить, на BMX. Это, наверное, велосипед, а не BMX.
Бэмикс. Бэмикс. Я не хочу. Блин, тут. Сдаваться. Ух. Так, слушаюсь. Знаком. Там невозможно было остановиться. Ой, я вылез. Ура! Да давай, блин. Ничего себе. Что-то можно было, что ли? Стоя на месте, можно на колесе? А, блин. Давай. Еще погодите. Я хочу еще как раз гнаться. Ой! Ничего себе. Этот ребенок, блин, не мешает. Можно его как-то скинуть? Как он еще таким путем со мной? Мне надо было... Ух. Так, тут стоп. А, блин, а еще не догадался. Ух, на фините. Так, это что? Ничего себе! А, блин. Что за ребёнок? Давай. Да давай. Арабская ночь. Так, аккуратней. А, я помню, вот этот уровень я очень долго проходил. Вот, да, я вот тут прямо долго сидел. Так, аккуратно прошли. О, блин, Найс. Найс. Просто найс. Так, все. Тай. Ничего себе. Круто. У меня же был шлем. Оп! Шлем тут мерились. Это же шлем. Прямо вот так муж. Жена. Шлем уже все равно не можешь помогать. Да давай, почему его подкидывать? Меня! Мне заднее колесо заделать. Да блин, ну иди, давай мне обратно. Вертушка. Да в смысле? Я уже пытаюсь. Ничего себе, как разлетелся. Блин, я шлем потерял. Так уже не круто. Без шлема. А если он еще был лысый?
Блин, вот если он как-то поприяней. Было. Ох, садись мне в рано. Почему меня шлем не защищает? Шлем, он что, из бумаги? Ну, да, если прямо сильно впечататься, да, можно. Но, блин, мы же не за всей с горы вот так мчались и впитались. Аккуратней. Я в тюрьме. Да блин, остань. Да я уеду. Потихонечку давайте. Меня открой дверь, это навсегда в тюрьме этой. Блин, это нечестно. Это неправда. Говорю правду. Неправда, говорю правду. Просто будем бежать газ. И все, просто задание. Жать газ, не опускать газ. Я не опускаю. Я говорил, что не опускаю. А как мне так выиграть? Он попробовал выиграть. Ну, сначала мне надо пройти, только потом... Ладно, сейчас буду нажимать. Тут еще синюй. Блин, зачем я тебе кресло взял? Курани, давай. Фух. Да нет, я не хочу. Стой! Минут прохожу. Что такое ну? Да смысли? Ну куда фу, блин? На колеса как-то я тем более же стою. Ну, нет. 4 секунды похожу. Так.
Что? Что? Если звезды заш... А что тут человек такой нежный? Ну как, у него столько много нерв, что... О, миллиметраж просто. Он такой миллиметраж выдерживает. Спасибо, я без руки остался. Блин. Хорош. Уши. Хороший дед. Норм. Дед. Не, давай, поехали быстрей. Дед умеет летать. Учитесь только у деда. Только дед вас научит. Там же вот эта мягкая штука. Что с дедулей? Что там с дедулей случилось? Дедлуш. Ничего себе, дед! Берегись. Все так. Деду! Во, я на этом уровне, помню, все остановился. Не мог подойти. Либо прожал быстро, не знаю. Не помню. Если звезды зажигаются, то это кому... Погнали, давай. Че, самому нельзя поехать? Уи. Так. Так. А блин, давай. Что с тобой, дед? Ой, а я буду тут. А мне типа вот туда надо. Опа, летим. Это, как ты это делаешь? У тебя же... Кто? О! Я выжил. Так, где этот конец? Что с дедом? Ура! Это не рекорд мира. Мира. Я хочу посмотреть, как другие проходили. Прям с вами Мелиной. Там, например, кто-то один час проходил. Мне интересно. Чё за гиберспорт? А.
Лети отсюда. Плохая штука. Плохая примета, дед. Дед, в дырке нельзя ездить. Дед без ноги остался. О, 43 секунды. А куда мне надо? Да где ты? Он может затормозить? Прям по коляске, давай. Получается, Артём не пойдёт на сегодня гулять. Так. Я застрял. Да блин. Опа. Ничего себе. Мне один вообще понравился. У него там есть ускорители. Он летел со скоростью света, не как вот эти черепахи. Я жив. Я доберусь. Где вся еда? Штучка, попрыгушка, попрыгу. А блин, дай на этот ежит. А блин, давай. Как это пройти, блин? Кто это? Что это? Ивуна какашка. Ивуна какашка. Так. 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 Ничего себе. И шлема идет кровь в нашем. Объясните мне. Ты почему? Тебе приятно? Тебе приятно? У каждого есть такие причины.
жизненно. Понятно. Надеть. Говорю, не надо, дядя. Так. Так. Так, погнали. До финиша, да? Да. Где это дед? Где дед? Где дед? Где дед? Да, дед, ты мне уже этим не нравишься. Тормози! Вот тут надо. Дед. Тормози! Зато части тела сюда долетели. Миллиметраж. 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 Ничего себе. Сейчас, погоди. Давай, убирайся. Выберись. Конечно же. У меня день не тормозит. Говорю, что у меня день не... Я нажимаю тормоз, вот. Один раз нажал газ. Торможлю. Наконец-то он сейчас натормозил. Один раз, давай сейчас. Вот, катится и тормозим. Тормо. Так.
Дядь! Тут что так сидел? А как он тут оказался? Как? Вот как? Дед! Берегись! Дед, сейчас, погоди. Дед! 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 30 минут. Я уже провожу эту игру. Найс. Надо быть аккуратней. Дед. Не надо! Дед. Парканы тяги. Эх, ты мой. Да норм, что это уровень возможно пройти. Конечно, если. А там даже пролететь невозможно. Ладно, ребята, всем пока-пока!